Оперативники задержали подозреваемых в квартире одного из злоумышленников. Здесь же нашли банковские карты и другие доказательства их преступления. Сообщники находили людей, готовых оформить на себя кредит за вознаграждение. Они обещали погасить заем сами, но после подписания документов исчезали. На эту сумму кредита берется неликвидный товар. Он чинится, продается, и с выручки как бы гасится кредит. Потерпевшие передавали злоумышленникам приобретенные бытовые приборы и получали за свои услуги незначительные суммы. Затем обвиняемые продавали технику, а вырученными денежными средствами распоряжались по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в суд. Среди подозреваемых оказался и сотрудник банка, который помогал злоумышленникам. По предварительным данным, жертвами стали 98 человек. Сумма ущерба превысила 9 миллионов рублей.